Друзья, посмотрите на этот шикарный оранжевый помидор. Это новинка от агрофирмы «Сибирский сад», которая называется «Доброе сердце». Смотрите, помидорчики. Просто бомба. Мякоть оранжевая. Очень мало семян. Смотрите, тут просто мармелад один внутри. Сейчас пасмурно, конечно, на улице, но я думаю, вам передастся этот цвет. Красивый такой оранжево-медный цвет. Аромат стоит, прям вот слышу его. На расстоянии вытянутой руки я слышу, как пахнет таким настоящим помидором. Куст у этого сорта где-то метр высотой. Давайте посмотрим вес. Двести семьдесят два. Круглые такие вот шарики. Классные помидорчики. Очень вкусные в свежем виде. Мелких не бывает. Вот такие крупные. Я не знаю, мы их еще не консервировали, но в банку они... Затолкнуть их можно, но я думаю, что потом вы не вытянете его просто целым из банки, он не вылезет большой. Поэтому для консервации цельноплодной он не подойдет. А вот для салатов или порезать, законсервировать их можно. Думаю, сок с этого томата будет тоже очень классный. Мякоть вообще красивая. Сорт ранний. Созревает одним из первых в коллекции. Очень красивый. Вот прям смотрю на него, мне напоминает апельсин. Такая форма, не круглая и не овальная. Такая, он как чуть-чуть слегка приплюснутый. Ну, настоящий апельсин. Томат классный. Рекомендую вам посадить такой оранжево-плодный томатик.